250 сотрудников гражданской обороны вовлечены в поисковую операцию в районе крушения самолета в Алжире. Как сообщают СМИ, действия затрудняет плохая погода и горный рельеф местности. В это же время государственная комиссия расследует причины аварии. Уже найдены два черных ящика, которые помогут их установить. Напомним, трагедия произошла накануне в районе города Уэм-эль-Буахи. В авиакатастрофе чудом выжил один пассажир. Он получил серьезную травму головы и был госпитализирован. Остальные 77 человек погибли. На борту военно-транспортного воздушного судна находились алжирские военнослужащие и их семьи. Президент Алжира объявил стране трехдневный траур.